В Улан-Удэ разбираются в причинах инцидента, который возник на борту самолета компании Air Aero. Он следовал рейсом в Хабаровск. Уже практически на взлете. Пассажиры потребовали остановить машину и заменить борт. По словам очевидцев, в момент запуска двигателей в салоне появился дым. При этом, как говорят пассажиры, билеты они покупали на один тип самолета, а им вместо этого в самый последний момент предоставили совсем другой. В итоге взлет прервали, 19 человек вернулись в здание аэропорта, некоторые из них уже сдали билеты, остальные улетели. При этом длительность полета после замены лайнера увеличилась с первоначальных 3 часов до 8, так как потребовалась остановка для дозаправки. Как сообщается, предоставить другой борт в Эр-Авиа отказались, сославшись на то, что такой возможности нет.